Так, ребята, на чем мы здесь остановились? У нас 146 долларов. И давайте прокачаем, например, вот эту вот штуку. О, смотри. Утяжелитель, да? А также мы купим сейчас вот такую штуку. Ага. Так, ладно. Денег нету. 1 доллар у нас остался. Но теперь мы можем зомбаков вот этим еще. Вот этими крутилочками щелкать. Сейчас посмотрим, а сможем ли немножко дальше проехать. Потому что мы как бы улучшили машинку. Возможно, это нам даст какой-нибудь форы, чтобы проехать немножко дальше. А нет, на этом же месте мы и остановились практически. Чуть-чуть на 1 миллиметр мы проехали дальше. А что у нас здесь по деньгам? Давайте их приобретем все-таки новый трансмиссию. Так, все, новую трансмиссию мы купили. А что бы еще такое приобрести? Ну, давайте бензинчик возьмем. Сколько у нас там? О, мы полностью прокачали, смотри, бензобак. Сейчас мы намного дальше проедем. Посмотри, пожалуйста. Намного дальше мы сможем проехать на своей машинке, убивая зомбаков. Так, а ну-ка сейчас смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, зомбарики. Во, нормально. Все, смотри. Мы дальше проезжаем. Так, турбоускоритель у нас закончился. Ладненько. Так, все, до сюда доехали. Ну, уже неплохо. 211 долларов мы заработали. Офигеть, это очень-очень нормально. Что прокачать можно? Прокачаем, естественно, мы новую купим трансмиссию. Прокачаем мы турбоускоритель. Хорошо. Так, ну у нас пушку еще можно прокачивать, ребята. А, немножко не хватило до максималочки. До максималочки немножечко не хватило. Так, ну посмотрим, до куда мы доедем. Сможем ли мы пройти всю трассу или нет. Сейчас посмотрим. Так. Ну, в принципе, бензинчика еще много, по идее. Ну, уже заканчивается. Я не знаю, здесь придется, может быть, новую машинку купить. Ох, нифига, все закончилось. Алло. А как мне трассу проходить-то? Офигеть, 290 долларов. Так, пушку прокачали, да. И нам предлагают купить новый автомобиль, который будет стоить 500 долларов. Ладно, сейчас попробуем накопим. Накопим на 500 баксов. Так, у нас тут этот автомобильчик едет быстро. Давай. Сейчас нам нужно побольше денег, ребята, заработать. Ух, какой взлет. Супер. Давай. Ой. Все, у нас закончился турбо. Офигеть. Ну, нам надо заработать на новую машинку. Хотя бы немножечко. О! Все. Закончился бензинчик. 279 доляров. Итого 500. Да, хватает на новую тачку. Но новую тачку мы, скорее всего, будем покупать в следующем ролике. Ну, а на этом ролике мы заканчиваем, на этой серии. И давайте поиграем в другую игрушку. Так, ребята, играем в игру Мега Рамп. Давайте попробуем, может быть, у нас 1000 рублей. Мы, наверное, ничего не сможем открыть. Сколько вот этот Монстр Трак стоит? Вот этот, большой. 22 500, офигеть. Ладно, давайте назад отойдем и поиграем за синенькую эту машинку возьмем. Возьмем синенький автомобильчик наш, он приколенький. Все, поехали. А почему я тут так стою криво? А, ну нормально, ладно, выехал. Выехал, хорошо. А, молот. На молот, ребята, лучше не попадать. Потому что машинки улетят в пропасть. Я уже проверил. Так, звездочку взяли. Так, как ты думаешь, успеем? Не успеем проехать. А, нифига не успели. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Аккуратненько надо. Да, меня аж в жар бросило. Я вот такие игрушки, когда играю. Я, ребята, очень сильно боюсь высоты. Напиши, боишься ты высоты или нет. Я очень сильно боюсь высоты. А, чуть не упал. И у меня такое чувство, что вот я еду на машине, да? А там просто облака, и мне вообще страшно. Мне страшно, ребята, вот я играю, мне страшно, что машинка упадет. Вообще ужас какой-то. Так, успеем, не успеем, быстрее, пожалуйста. Успели.
Так, видишь, какая замануха, что ты хочешь быстренько успеть, давишь на газ, и ты можешь, конечно же, разбиться. Так, аккуратненько, давай здесь проедем. Вот так, не спеша, не спеша. Все, ребята, финишная прямая. И мы доехали. Уровень пройден, отлично. Монстр-грузовик разблокирован. А, разблокировка купите. Нет, спасибо, нам не надо. Следующий вызов. Следующий уровень 6. Поехали. Мне нравится игрушка. 2 300 у нас. 2 300 у нас разблокировано уже. Раз, два, три. Три автомобильчика. А вот этот сколько стоит? Ох ты! Да, что за фигня? Сколько? Цену мне скажите. VIP-разблокировка. Какая еще за VIP-разблокировка? Алло. У меня деньги есть. VIP-разблокировка. Так, чувак, давай, подойди к этому. 4 500 автобус стоит. Ладно, хорошо. Мне вот это вот не очень напрягает, что вот эта VIP-разблокировка какая-то вонючая. Ладно, давайте возьмем вот этот автомобильчик, фургончик. Фургончик, который везет фургончик с мороженым. Так, вроде бы уровень не особо сложный. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то у нас фургон какой-то странный, он что-то дергается. Так, давайте быстренько проедем. Проедем. Хорошо. Проехали. Что у нас там еще? Вот эту крутилочку проехать. Как-нибудь попробуем. Сейчас мы аккуратненько. О, нормально. Нормально, нормально. Так, звездочку заработали. Взяли звездочку. Так, и здесь какая-то огромная кувалда. Так, давай уже стукай. Все, и мы спокойненько, преспокойненько проезжаем уровень. Еще одну звездочку заработаем. Да, ребята, все. Мы прошли уровень, нам дадут денег. Мы сможем открыть какую-то новенькую машинку. Игрушка вообще классная. Ставь лайк, если тебе тоже нравится эта игра. Так, что у нас есть интересненького, новенького? Давай посмотрим. Си-4. Так, Си-4 мы как бы это открывали уже. Что здесь еще есть? О, взрывчатка, на которую можно нажать, и она взрывается. Так, а сколько нам за нее платят? А давай вообще много-много-много-много накидаем. А, она исчезает, ее нельзя прям много-много. Так, итого у нас $961. Так, повзрывали. О, нормально. Так, ну до 1000 мы не дошли, правда. Так, все, давай, щелкаем. О! Нет, не дошли до 1000. 997 всего лишь у нас монеток. Долларов. О, 1000 долларов. А можно что-нибудь купить. Так, такой бочонок стоит 99 голды. Так, у нас такого нету. О, бомба, 1000. 1000 баксов, нифига. Сколько мы денег потратили. Так, она просто взрывается. Так, сейчас накидаем сюда. Посмотрим. Все, повзрывали. Так, побольше сейчас накидаем. Да. А чё, вообще доллар денег не дает, смотри. Получается, да? Да, 10 баксов всего лишь у нас. Так, что тут еще есть? АДД Блуд. Это что такое? Ага. Ой, фу, нет, не хочу такое. Такое не хочу. Что у нас здесь есть? У нас есть такие вот ракетки. А, нифига себе. А каждая ракетка при попадании в бадди дает 1 доллар. Понял. Ладно, постреляли бадди, пусть отдыхает. Пусть отдыхает, ребята. Так, а ну давайте я возьму... значит, давай попробуем Леона возьмем. И поиграем в парное столкновение. Надеюсь, мне хорошего дадут напарника. Да. И сыграем, может быть, даже выиграем. Ну, хотя у меня, по правде, Леон вообще не прокачан. О, кто? Ё-моё, а я думал, этот будет, слушай, знаешь что? Я думал, у меня будет напарник Миньон. А это просто Джеки. Шамиль зовут. Ё-моё, смотри, я не знаю, сможем мы тут открыть. Ой, надо... Ой, все, забрали нашу штучку, меня убили. Чё же такой слабый-то? Так, а ну-ка. Мы умерли так быстро. Давайте еще раз сыграем. Так, играть снова. У меня Леон просто не прокачанный. Я его, может быть, буду прокачивать таким образом. Ты как думаешь?
Будет у меня так ли он прокачиваться или вообще не будет? Так, вот, есть. Смотри, это что у нас, два Леона? Это Леон бегает или нет? Точно, это Леон, прикинь, два Леона, офигеть. Офигеть, у меня жизни вообще, с гулькин нос. Да, быстро меня убили. Да, это Леон. Только у него одежда другая. Походу. Возможно. Ну, его тоже щелкнули. А, нет, это не Леон. Это непонятно, кто такой. Ребят, напишите в комментариях, кто это такой вообще. Мне кажется, это не Леон. Так, играть снова. Быстрый огонь пригодится. Чего там написано было, не успел прочитать. Так, с кем я? А, с Джей, это, с, а, нет, с Пенни. Пенни, Пенни, Пенни. Давайте я попробую открыть. Ну, так, а сколько у меня здоровья? У меня 3900 уже. Так, у тебя 4400, Пенни. Так, ну какая у нас тактика, Пенни, с тобой? Бегать, прятаться в кустах? Давай банки открывать ходить. О, тихо. Ух ты, молодец, молодец. Сейчас я открою баночку, заберу. Так, у нас 3 баночки. Ой, какой ты молодец, слушай. Столкновение уже, так быстро. Ох, убили? Чё, ты серьезно что ли? Нифига себе. 9 кубков я заработал. Да, вернули мы. Вернули мы, ребятушки, свои потерянные кубки. Чуть-чуть добавили туда и сюда. Спасибочки, спасибо, Леончик. Ну давай еще раз играем с Леоном. С кем-нибудь, может быть, мы выиграем еще раз. Ну, не обязательно. Чем больше у тебя бойцов, тем проще собирать трофеи и получать награды. Ага. Трофеи и награды. Интересно. А трофеи-то почему? О, я играю с этим чуваком. Прикольно. Наконец-то. О, видишь, как он быстрый. Сейчас мы всех будем тут фигачить. Наверное. Вот не точно. Это не точно, давай сюда пойдем. Так, ну здесь очень много всяких чуваков. Ой-ой-ой, что творится, ребята, я убегаю. Нет, нет, пожалуйста, нет! Да ё-моё! Что такое, такое месиво? Минус 3. Ладно, Леон опять убирается. Давай играем снова, да? С этим чуваком, он согласен. Еще второй раз сыграть. Хорошо. Ладно, первый раз не повезло. Играть снова с 2 на 2. Вот так вот. Мы с ним второй раз уже играем. Может быть, он даже предложит дружбу. И мы будем друзьями. Ребята, если ты хочешь быть со мной друзья, играть в Brawl Stars, то милости прошу. Милости прошу. Добавляйся в друзья. Вместе будем играть. Так, идем Леоном мы. Так, это смотри. Я иду уже, подожди. Все. Так, там бомбочка, да? Ух ты, ё-моё! Тихо-тихо-тихо, бомба, огромная бомба меня взорвала, представляешь? Давай, чувак, уходи подальше, далеко-далеко уходи, нет! Видишь, как? Опять у меня Леон в минусе, да, будет? Да, ладно, выходим. Выходим, ребятушки, отсюда, вот так вот, Леон. Кому нравится Леон, ребята, поставьте лайк, напишите комментарий. Да, мне нравится Леон, прикольный Леон, мне нравится с ним играть, или я хочу выбить Леона. Я вам скажу, что играть за Леона так себе, такое удовольствие, ну, мне особо не нравится. У меня куча игроков, и куча вот этих подкрылатых всяких чуваков, ну, еще, в принципе, много осталось таких. Вот я хочу Пайпер, я хочу Пэм открыть, хочу очень сильно Биа. Хочу очень сильно открыть еще Спраута, вот Ворона, Спайка. Вот Спайк еще прикольный. А с кем? А, с Максом я играл. Вот он. Макс, энергия. Вот мифический. А, офигеть, мифический? Ну, не знаю, как бы я с ней играл, как бы. Ну, не особо я выигрывал, как бы, так. Так что так, ребятушки.